канале, посвященном аудио вокруг стерео. И сегодня, наконец, поговорим об усилителе, практически легендарном. Это у нас Marantz PM14SA. Известный, можно так сказать, в узких кругах аппарат, потому что он является предтоповым в классе high-end компании Marantz. То есть это интегральник на ступеньку ниже, чем самая вершина, которую в то время создавал Marantz. В данном случае самая высшая модель была Marantz PM15. Огромный аппарат, стоимостью совершенно такой сумасшедшей для тех времен. И вот выходит модель более доступная, которая, в общем-то, копирует достижения высшей модели, но все более доступно для обычного аудиолюбителя. При этом это все тот же высочайший класс или премиум класс. Аппарат вышел в 1999 году и стоил он тогда 200 тысяч йен. Например, Marantz 11 S1 вышел в 2004 году и стоил уже 350 тысяч йен, спустя 5 лет это происходило. И я могу их даже сравнить, потому что у меня есть и Marantz 11, и Marantz PM14SA. Позже выходили аппараты с таким же схожим названием, например, Marantz PM14S1, но они не имеют ничего общего с этим аппаратом, потому что 14S1 — это новая версия 15S1, или S, там разные вариации выходили. А здесь же мы имеем дело с аппаратом значительно более высокого класса. По предыдущим линейкам, наверное, это можно было бы сравнить с 13-й моделью или с 12-й, если современные линейки рассматривать. Но, тем не менее, вот этот вот аппарат являлся вторым от вершины. И главное, особенность, если вы начнете сравнивать с современным 14S1 или 14S2, то это простые аппараты, не балансные. Здесь же у нас аппарат балансный. В частности, мы можем наблюдать балансные входы, также и не балансные. Также мы можем наблюдать, что он может работать как чисто усилитель, так и как интегральный усилитель. Я его использую как интегральный усилитель. Для живого вкусного звука в этом аппарате использовался модуль HDAM первого поколения. Каскад именно предварительного усиления, он состоял из MOSFET транзисторов. Аппарат сделан из премиальных материалов. И, ну, звук, конечно же, чистейший. И вот, наверное, дальше мы поговорим для начала о весе. Весит он 23 килограмма. Много ли это или мало? Ну, я бы сказал, это не легкий аппарат, это тяжелый аппарат. Если сравнивать с 11-м Marantz, то, в принципе, субъективно они воспринимаются схоже. Мне даже, честно говоря, показалось, что этот потяжелее. Но на самом деле, когда я посмотрел спецификации, оказалось, что наоборот, 11-й 26 килограмм, а этот 14-й 23 килограмма. Может быть, я просто утомился, и он мне показался потяжелее. А может быть, что-то там не так взвешивали, сложно сказать. По размеру они совершенно одинаковые, хотя кажется, что 11 выше, больше, но это кажется именно из-за дизайна. Здесь скругленные углы, они дают такое ощущение меньшего размера, а вот в 11 там наоборот попытались сделать размер более внушительным. Хотя я их ставил рядом, одна высота, все одинаковое. Выглядит, конечно, очень красиво, светящийся желтым лампом таким светом.
индикатор температуры. Ну вот, я его достаточно подолгу слушал, да и слушаю. И в среднем вот значение вот этой стрелки находится вот на уровне звезды, то есть на 90 градусов. То есть оно как-то вот на середине останавливается. И так и стоит. В более современных аппаратах Marantz, вот тоже я большое количество топовых аппаратов слушал, и там обычно на где-то вот часа на 2 стрелка уходит. То есть не на 12, здесь вот на 12 она стоит. Уверенно. Управление классно, конечно, все очень приятно, тактильно, кнопочки и так далее, замечательно. Работает, включается. То есть все здорово в этом плане. И он балансный. Он балансный, как и 11-я модель. 13-я модель не обладает балансом, понимаете? Поэтому этот 14-й на самом деле выше, чем 13-я модель. И вот теперь, наверное, мы можем перейти к характеристикам. Подключить можете от 4 до 16 Ом, ну то есть весь диапазон акустических систем можете подключать без проблем. Далее, мощность. Ну, заявлено, что он потребляет 330 Вт, но на самом деле здесь стоит особый трансформатор, ТОР, который имеет мощность 450 Вт. То есть 330 это не предельно, это просто указано, что он может до 330 потреблять, а вот ТОР сделан с запасом на 450 Вт. Ну, то есть достаточно внушительный. Кроме того, не все этим ограничено. Между проводами на мотке в самом ТОРе используются какие-то особые прокладки, которые уничтожают любые высокочастотные помехи, любые поля, которые там возникают, ненужные, такие паразитные. То есть это была уникальная такая конструкция особая, очень большое значение этому придавалось. Не знаю, сделали ли так же в 11-м, потому что этот нюанс там не указан, но они сверху поставили металлический колпак. Может быть, подумали, что зачем так мучиться городить вот этот огород с прослойками всякими, если можно просто колпаком это все накрыть. Вот. Но не знаю, я не буду гадать, потому что я не обладаю такой информацией. Просто есть информация, что здесь уникальные прокладки, которые минимизируют любые наводки, искажения и прочие вещи. А в 11-й модели там сверху металлический колпак надет на трансформатор. Что касается мощности. На 8 Ом 100 Вт на канал, на 4 Ома 200 Вт на канал, на 6 Ом 160 Вт на канал. Ребята, это мощность, которая чистейшая мощность, потому что у него 8000 искажения. Причем как бы на очень большие величины, на весь диапазон воспроизводимых частот. А воспроизводит он от 10 до 50 кГц. Ну, то есть он с лихвой охватывает весь диапазон. Да, ну, даже не то, что весь, а двукратно превосходящие возможности человеческого уха. Хотя внутри там, конечно же, совсем другие параметры. Он от 5 до 100 кГц ширину звуковую использует. Здесь же на выходе у нас
10 до 50 кГц. Прекрасный результат. MOSFET в предварительном усилении. И это слышно. Это слышно. Нельзя было, конечно, полностью MOSFET сделать, потому что тогда бы все-таки, ну, какие-то краски бы пропали яркие, скорее всего. Но сделано очень здорово. В общем-то, ну, по тембру блока я не буду ничего говорить. Уровень регулировки широкий, очень сильно прибавляет, и высокий, и низкий. Я просто не понимаю, зачем это нужно на таком классе аппаратуры. Люди некоторые говорят, ну, бывают же записи плохие, и тогда там можно это подкрутить. Но, опять же, на таком классе аппаратуры, о каких плохих записях можно что-то говорить. Он из любой записи, как бог, вытаскивает все, что там даже не было. Вы слышите вообще все. И говорить, что какая-то запись плохая, ну, становится достаточно так проблематично, потому что просто включайте и наслаждайтесь. Это первый момент. А второй момент, ну да, есть записи так записанные, которые не очень записаны, но с ними уже ничего не сделаешь. Они просто такие. И прибавляйте там высоких или не прибавляйте. Они не станут ни чище, ни прозрачнее, просто они такие. С этим нужно смириться. Но это обычно касается какой-нибудь такой танцевальной музыки, что-то такое вот. Ну, скажем, не джазовое, не арт-роковое, а что-то такое более простое, более развлекательное. Что касается звука, конечно же, я его прослушивал, и не один час я его прослушивал, и могу сказать, что аппарат очень богато звучит, то есть в принадлежность его премиальному классу, то есть самому высшему, или как вот мы рассматриваем класс high-end с точки зрения понимания компании Marantz класса high-end, или, как они говорят, премиум линейка, то есть выше уже, лучше они уже просто не могут, это их вершина, это все, что они способны выдать, а выдать они могут очень многое, конечно же, по качеству звука. Вот, и поэтому, в общем-то, да, этот аппарат относится к премиальной или, если проще, к восприятию high-end линейки. Ну, конечно же, будут недовольные люди таким определением, потому что скажут, high-end это от 20 тысяч долларов, от 30, от 40, от 50 тысяч долларов и так далее. Ну, как бы, кто насколько горазд. Но, друзья, вот в силу увлечения аудио, вы знаете, вот эту мантру я слышу от и до в течение всего времени. К какому бы вы уровню ни стремились, и ваше окружение говорило, да, вот это уже будет уже полный high-end, например, какой-нибудь Onkyo 506, посмотри, какие у него огромные там стрелки, или там Technics SE-A5, или там SE-A3, и все, это уже будет совсем high-end. Но вот стоило дойти до этого уровня, тут же выяснялось, что люди, да какой же это high-end, это же не high-end, а вот если бы вот. И вот, короче, вот эта песня, она бесконечная, поэтому я считаю, этот термин стоит определять именно под не только по стоимости, что он там бывает еще что-то дороже, а по качеству. И в данном случае мне нравится определение высшего уровня звука, именно вот который дает компания Denon. Она это называет чувственностью, да? Это серия S у них. То есть они понимают, что они могут выжать из аппарата и прозрачность, и локализацию, и микродинамику. Все будет здорово. Ну вот, чтобы слезу выдавить из человека при воспроизведении там, да, чтобы у него прямо на душе скребло, когда там слушал он какую-то скрипку или еще какой-то инструмент, вот это уже искусство, вот это уже за пределами хай-фая. И вот действительно там уже аппараты такого уровня, они это выдавливают. И поэтому я говорю, что главная отличительная черта, с моей точки зрения, когда мы говорим о хай-энде, это богатство звука, богатство эмоций. И вот это все богатство звука, богатство текстуры звука. А все остальные параметры, они априори там должны присутствовать. Они просто не могут в таком своем классе не присутствовать. Как микродинамика, как микродинамическое разрешение, как само по себе разрешение высокое должно быть. Я не говорю про биты герца, а внутреннего пространства, когда вы каждую деталь видите во всех подробностях, со всеми там шершавостями,
углублениями и так далее. То есть абсолютно все видите таким голографическим зрением, причем с подробными, с какими-то там сверхбогатыми текстурами и сверх живыми влажными эмоциями. Вот. Ну, возможно, так будет понятнее. И, конечно же, когда я включил вот этот вот аппарат, и первое впечатление от него было таково, что очень богатый звук. Конечно же, это не хай-фай уже, а именно вот хай-энд прерогатива. Это именно богатство, это именно очень хорошая микродинамика. Мне понравилось. Вот я слушал Патрисио Барбера, и просто там контрабас из штанов выпрыгивал сам по себе. Так это все было энергично, так вкусно, столько послезвучий, все это было очень богато и замечательно слушать. Там просто, когда начинала сама Барбара петь, хотела сказать, женщина, постой в сторонке, не мешай слушать, как классно играет контрабас, как там классно звучат тарелочки и все такое, как бы. Вот, ну, как бы само за себя говорит. Поэтому, конечно же, звук богатый. Звук густой. То есть не такой, что прям вот прям MOSFET-MOSFET. Нет, здесь все-таки не прям MOSFET-MOSFET, здесь MOSFET и биполяр. В принципе, это, наверное, схема схожая в чем-то, как и у Denon-ов. Там же тоже у HCMOS вот эта технология смеси биполярных транзисторов и MOSFET-транзисторов, чтобы лучшие черты каждого типа транзисторов использовать во благо и в такой вот синергии выдать что-то заоблачно потрясающее. И здесь вот тоже это ощущается, но вообще звук густой. И я бы не назвал его ярким, но в принципе он мне, знаете, напомнил звучание Yamaha AS2000. Как-то вот они очень схожи между собой по манере, по вот яркости звука, по богатству текстуры. То есть и Yamaha AS2000 современная, тоже полностью балансная, и вот этот вот Marantz PM14SA, они как-то очень похожую подачу, интонацию дают. Оба очень богатые. Здесь немножечко поярче выражена микродинамика, то есть ее больше. То есть я могу сказать, что микродинамическое разрешение очень хорошее, очень вот прям такое. Вот. Но в принципе очень похожее. И я бы, наверное, его поставил чуть-чуть вот прям повыше, чем Yamaha AS2000. Но в целом они вот прям как бы это оба очень хороши в этом плане. И может быть этот чуть-чуть поярче. А может и нет. Но в любом случае и тот, и другой, они довольно такие немножечко с темнинкой такой, с густотой. Они передают какие-то грудные такие вокальные эмоции такие замечательные. И горловые звуки совсем на другом уровне воспринимаются. В этом плане здорово. А другой момент, я его прям в лоб не сравнивал с 11-м. И я обязательно это сделаю и расскажу прямое столкновение, поэтому сейчас я могу только, ну, по общим впечатлениям, по ощущениям теоретическим вам рассказать, потому что 11 я тоже достаточно часто слушаю, и вот 14 также как бы часто слушаю. И, конечно же, я соберу этот сетап и буду пробовать и тот, и другой, и, в общем-то, подробнее вам расскажу, в чем разница. Но вот на первый взгляд, даже не на первый взгляд, вот, послушав один, послушав другой, я не слышу, чтобы, например, этот аппарат был хуже. То есть, на мой взгляд, они что-то одинакового уровня, что-то вроде одного уровня. Только вот этот немножко погуще. Вот он погуще, у него... то есть, 11-й, он, как уже я рассказывал, он более такой тонкий по звуку, а здесь, наоборот, он более густой по звуку. И вот за счет, наверное, этого, вот этого микродинамичность, от того же контрабаса, каких-то других инструментов, она более насыщенная, более ярко выраженная. Ну и что такое микродинамичность? Это вот маленькие перепады в громкости звука создают вам богатство. Там какие-то щипки инструментов, или вот
гитара, струна и так звучит, и как бы в разных своих стадиях звука. И это все слышно, потому что это переходы, они небольшие, это отличие от макродинамики, что тут вот еле слышно было, а потом как грохнуло, что соседи стали по батарее стучать. Вот это макродинамика. А микродинамика — это вот тончайшие перепады внутри какого-то одного события. То есть там идет какая-то партия, и в ней вы там слышите какие-то... Ну, какой-то вибрато, да, и вот в вибрате вы тоже вы слышите вот то громче, то тише, то... и вот это вот, оно и есть, составляет вот эту вот микродинамическую составляющую, и вот эти все звуки, такие толкающиеся, упругие, они создают какую-то свою симфонию отдельную, она вплетена в общее полотно, но она заставляет вас еще больше, с большим увлечением следить за развитием музыкальной композиции. Будь то классика, или, может быть, это был бы джаз и так далее. Итак, друзья, главная черта этого аппарата, ну, я уже не говорю, что он там прозрачный, он там детальный, там... Но главное, это очень высокое богатство звука, соответствующее самым высоким стандартам, и великолепнейшая, прекрасная микродинамика. Но микродинамикой всегда Моран славился уж... кто-кто, как не Моранс, да, а тут не смог бы выступить так прекрасно. И поэтому его включаешь и наслаждаешься. И неважно, это джаз, или металл, или что-то другое. И вот эта густота, привкус мосфета, он дает основательность. И поэтому все замечательно звучит. Уж не говоря про то же ЕЛО, когда там начинают стеночки ходить ходуном, потому что там вот эти синтетические звуки какие-то интересные, такие очень-очень низкочастотные, они просто, ну, заставляют у вас внутренности в пляс спускаться. Ну, то есть вот такой вот небольшой обзор данного аппарата. Мы еще к нему вернемся. В какие-то моменты я покажу, и как он звучит, сделаю запись на мой стереорекордер. А пока всем пока и до новых встреч. Поддерживайте канал.